один. Остался наедине с собой. В моей комнате ничтожно мало места. Мысли вытекают бушующей рекой. Тишина. До боли становится тесно. Разговор мне сложный предстоит. Собеседник серьезен должно быть. Так безмолвно, без движений стоит, а этих глаз мне уже не забыть. Зеркало мне смотрит прямо в душу. Все схоже, без всяких сомнений. Только сейчас возведенную стену разрушу. Ведь накопилось так много обвинений. Посмотри на себя. Что ты сделал с собой? Как ты вообще дожил до этого дня? Ведь за твоей неимоверно прочной стеной уже давно скопилось страхов, орда. Панические атаки, нервные срывы, а тебе всего-то 21. Саморазрушение, неоднократно порывы, без поиска золотых середин. Обнимая колени, с цепями рутины, сидишь в клетке, в своих же загонах, ожидая удара в голове гильотины, штампуешь очереди глупых шаблонов. Знаешь, а мне стало стыдно за нас. Ты просто скатился на самое дно. Так пусть остается худший из нас. А я ухожу. Мне теперь все равно.